Алло, Сейдж, ты сможешь, приходить ко мне домой? Моя мама не против, и я не против. Жду. Пока. Наконец-то у меня будет парень. Ладно, Савана, не летай в облака. Еще у тебя должна быть встреча, Мими. Ты мой хороший. Когда же он придет? Нет уже время его увидеть вновь. Привет, Сави. Савана. Ты меня правда любишь? Своим сердцем люблю, а не просто люблю. Савена, я тебе еще съесть принесу. Мама идет. Она знает? Не должна. У меня есть окно. Может, вылезешь? Давай просто. Как будто я пришел тебя навестить. Окей. Вот отлично. Ты ложись. Савена! Сави! Держи. Сэдж. Что вы здесь делаете? Я просто пришел навестить вашу дочь. А, ну хорошо. Савена, поешь. Мне надо дела закончить. Савена. Держи. Спасибо, Сэдж, что обо мне заботишься. Ты не за что. Ешь и выздоравливай. Прости, не звонят. Да, алло. Алло. Бруклин? Что тебе надо? Нет. Это мой Мими. Мими. Это никакой не Джиджи. Это Мими. И отстанет меня. Я тебе своего Мими не отдам.
Дура какая-то. Она еще Мими пытается забрать. Что? Мне голова от этого кружится уже. Успокойся. Все будет хорошо. Надеюсь. Сэдж, можно тебя попросить? Да, все, о чем хочешь. Можешь уйти домой, пожалуйста. Уйти? Да. Хорошо. Ради тебя уйду. За что? Первый раз в школу пошла и сразу все началось. Никому не отдам. Мне просто нужно лечь спать. Так я и сделала, Мими. Только мне надо раздеться.